in New Orleans. They call the rising sun. Всем привет! На улице потрясающая солнечная погода, у меня хорошее настроение, и я с удовольствием хочу поделиться этим настроением с вами. Как вы могли заметить, я люблю пробовать на себе новые образы, экспериментировать, ну, наверное, как и все девушки. Многие спрашивают, где я беру идеи для своих образов, как я вдохновляюсь. Сказать честно, меня вдохновляют яркие личности, яркие люди, путешествия, а также события из моей жизни. Недавно я посетила фестиваль Coachella в Америке, и там, вдохновившись образами хиппи, решила снять для вас это видео. Мне очень нравится хиппи-шик. Это яркий, солнечный, веселый стиль. Этот стиль подойдет как и на каждый день, так и на какие-нибудь тематические вечеринки, фестивали. В этом видео я хочу показать вам трендовый макияж в стиле хиппи и несколько образов в этом стиле. А также в конце этого видео будет классный конкурс. Поехали! Начнем с макияжа. Летом я не люблю перегружать лицо тонной косметики, делаю обычно лайтовый макияж, так как очень жарко. В самом начале я нанесу базу под макияж. База у меня матирующая, идеально подходит на жаркий период. Базу наношу в основном на Т-зону, а затем растушевываю к периферии. Вместо консилера летом я люблю использовать просто тональный крем. Его я наношу точечно на какие-то проблемные зоны на лице, покраснение, на зону под глазами, на носогубную складку, похлопывающими движениями, пальчиками, тонким-тонким слоем. У меня комбинированная кожа ближе к жирной, поэтому Т-зона у меня в течение дня быстрее всего жирнится. И после тонального крема чаще всего я припудриваю Т-зону, широкой кисточкой распределяю пудру по Т-зоне и немного растушевываю по всему лицу. Приступим к оформлению бровей. У меня есть два продукта. Это тени для бровей и интересная тушь для бровей с необычным наконечником. В начале видео я говорила, что макияж будет в стиле хиппи. Это макияж с акцентом на ресницы и на брови. Прежде всего нужно нанести базу на веки, чтобы макияж от жары не плыл в течение дня и держался очень крепко. Следующим шагом будет нанесение светлого оттенка на подвижные веки. Если у вас нет светлого оттенка, нанесите обычную пудру, которой вы припудривали ваше лицо, на все подвижное веко широкой кисточкой хорошенечко растушевывая. Почти все время я прорисовываю складку века светло-коричневым нюдовым оттенком, и тем самым я раскрываю свои глаза и придаю выразительность взгляду. Если хорошо растушевать, то эти тени вообще незаметны на лице, и создается очень натуральный эффект. Тот же самый коричневый оттенок наношу на нижнее веко и хорошо растушевываю. Чтобы сделать глаза более выразительными, распахнутый взгляд, я буду использовать новую тушь от L'Oréal Мега Объем Мисс Хиппи. Обожаю такой эффект, вы можете заметить у меня в Инстаграме в последнее время вот такие вот ресницы. У этой туши очень пушистая щеточка с ворсинками разной длины. А так как наши ресницы тоже разной длины, щеточка помогает идеально их прокрасить. Такой эффект мне по душе, ресницы получились мега объемные, пушистые, легкие, как перышко. К этому макияжу вы можете добавить стрелки, но если честно, я устала от стрелочек. В этом макияже я хочу использовать бронзер, добавлю его немного на щечки и на скулы. Губы буду оформлять блеском для губ нюдового оттенка. Еще хочу показать вам небольшой трюк. Многие спрашивают у меня, как я добиваюсь эффекта сияния кожи. Это очень просто. Я беру обычный блеск для губ. Сегодня я буду использовать также нюдовый оттенок. Обычно у меня разных оттенков эти блески. Я добавляю на щечки и немного на скулы пару капель.
И все это дело хорошо растушевываю пальчиком, похлопывающими движениями. Видите, как сразу засияла моя кожа, и за счет того, что у меня на лице уже есть база под макияж, тональная основа, пудра, этот блеск, он фиксируется, никуда не плывет, не липнет и держится очень замечательно в течение всего дня, и очень натуральный, красивый эффект. Вот и все, мой макияж в стиле хиппи готов, надеюсь, вам он понравился. У меня акцент на глаза и на брови, немного сияния на лице, нейтральные губы. А сейчас, внимание, конкурс! Если вы хотите выиграть бьюти-бокс с годовым запасом косметики от L'Oréal Paris или главный приз – шопинг на 200 тысяч тенге, то слушайте условия конкурса. Конкурс пройдет в Инстаграме. Первое, что вам нужно сделать, это выложить свой хиппи-макияж с использованием туши Miss Hippie от L'Oréal Paris, которую можно приобрести в любом магазине, с хэштегом Miss Hippie. 17 июня мы вместе с L'Oréal Paris выберем самую интересную и креативную работу, и я объявлю победителя в своем инстаграме. Желаю всем удачи, пока-пока!